Жители Тверской области предупредили о мошенниках, которые обещают доверчивым гражданам, что пересчитают их пенсии в сторону увеличения. Об этом рассказали в территориальном отделении Пенсионного фонда России по Тверской области. В ведомстве поясняют, что подобные фирмы сообщают о том, что они работают при Пенсионном фонде, хотя это не так. Организации рекламируют свою деятельность в СМИ, дают контактные телефоны. Позвонившим гражданам операторы сообщают, что работают при ведомстве, имеют с ним договор и доступ к его информационным базам. А также уверяют, что у них уже много обращений, и они помогли увеличить пенсии гражданам. За определенную плату организации обещают подготовить заявление в Пенсионный фонд, по которым пенсию обязаны пересчитать и увеличить, а граждане получат деньги. За такую услугу пенсионеру приходится заплатить несколько тысяч рублей, однако никакого перерасчета пенсии, естественно, не происходит. В Пенсионном фонде заявили, что с подобными организациями они не сотрудничают.